увековечить подвиг предков и сохранить родную землю. Каждое посаженное дерево – зеленый памятник тому, кто погиб в годы Великой Отечественной. Всероссийская акция «Сад памяти» объединяет поколения, а сегодня и предприятия. Для сотрудников Алтайского института технологии машиностроения это возможность почтить память своих героев. 1000 саженцев – такой сегодняшний план на 3000 квадратных метров. После пожароопасного сезона алтайский лес особенно нуждается в защите. К слову, в этом году в крае планируют восстановить 7000 гектаров леса. А 2 недели назад сотрудники Рубцовского завода запасных частей уже высадили 9000 сосен в Егорьевском районе. Сегодня мы высаживаем сосны. Подобные лесные массивы, они как раз-таки влияют на климатические условия в нашем регионе. И помимо этого, они также еще и увеличивают урожайность. Но прежде всего, конечно, данная акция, она призвана, чтобы привлечь внимание людей к проблемам лесных пожаров. Высадка сосен требует определенных погодных условий и навыков. Высаживают их с помощью меча Колесова. Инструктаж сотрудникам проводили специалисты Бобровского лесничества. Они же предоставили и сами саженцы. Сейчас земля, то есть очищена от сухой растительности и пропахана, сделаны борозды. А потом ухаживание как и ручное, так и механизированное. К сотрудникам предприятия присоединился сенатор Российской Федерации от Алтайского края Виктор Зобнев. Коллектив для него родной, ведь заводу он посвятил всю свою жизнь. Мы все вместе, у нас 70 человек, поэтому мы планируем, что за два, может быть, два с небольшим часа мы управимся с этим делом. Через несколько лет мы увидим здесь сад, вот, часть восстановленного нашего алтайского бора ленточного. Как память о тех, кто участвовал в Великой Отечественной войне, таким сегодня хорошим, добрым делом мы занимаемся. По словам лесоводов, приживаемость таких саженцев 80-90%. И почва ленточного бора для них более чем благоприятна. Однако приглядывать за молоденькими сосенками все равно будет школьное лесничество села Бобровка. Да и сами сотрудники предприятия, для которых это место уже стало центром объединения и памяти. Мария Мацаева, Дмитрий Денисов. День с толком.